Внимание! Стража! Остановите его! Не подходи! Для вас, дорогие клиенты, у меня просто... Салют, белло мио. Коме стай? Уже соскучился? Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио. Срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Эцио, все ли в порядке? Карло Гримальди и Барбариго вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио, на этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Это заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливы. Я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Я считаю, это мы. Воры, наемники и шлюхи. Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. На содержание арсенала, об условиях освобождения от налога. Читайте в полном тексте. Привет. Указа. Вы купите 2 триптиха или больше. Внимание! Во время фестиваля на площади Сан-Поло повелел вести стандарты для изготовления. Нужно тщательно исследовать дворец, осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, ла бене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Следуй за мной. Ugh.
Он что, артист? Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. Идем. Ты посмотри, тут повсюду лучники. И на стену здесь не заберешься. Ко мне. Лечу всех! Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Андиамо. Смотри, это же он, Гримальди. Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявол! Сюда. Это невозможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Постой, куда ты? К своему другу Леонардо. Пожалуйста, проявите терпение и не срывайте злость на работу.
Дио-мио. Осторожно. В списке новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение зданий. Мне нужна твоя помощь. Она работает? Что? Что ты сказал? Твоя машина работает? Она в самом деле летает? Не знаю. Это всего лишь опытный образец. И он еще не готов. Испытывал? Нет. Это слишком опасно. Чтобы испытать ее, нужно спрыгнуть с башни. Какой безумец решится пойти на это? Леонардо, кажется, ты нашел такого безумца. Ну, как она работает? Ты когда-нибудь наблюдал за полетом птиц? Дело не в том, чтобы быть легче воздуха, а в том, чтобы сохранять равновесие. Ты должен использовать вес тела, чтобы менять высоту и направление. Удачи, Эцио. Почему я падаю? Это просто смешно. Дворец слишком далеко. Невероятно! Она работает! Работает, клянусь, ты полетел, Эцио, полетел! Си, но не очень далеко. А чего ты ожидал? Эта машина не рассчитана на дальние перелеты. Ладно. Я еще раз посмотрю на чертежи. Попробую отыскать способ увеличить дальность перелета. Эцио, мне сообщили, что Карл уже добыл яд. Нужно торопиться. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот кусок дерьма. Эй, дело не в машине, а во мне. Я проверил и перепроверил чертежи. Увеличить дальность полета не выйдет. Это невозможно. Дурацкая затея, мать ее. Эврика! Ну, конечно! Гению! Что он там делает? Тепло поднимает. Ей нужен огонь. Горячий воздух под крыльями поднимет машину. Леонардо, чем сможет пригодиться один костер? Не один костер, Эцио, а дюжина по всему городу. Столько костров, сколько нужно, чтобы доставить тебя ко дворцу дожей. Как? Каписко. Мои люди сделают это, но ты забыл о стражниках. Не волнуйся, я разберусь с ними. Я дам приказ своим людям следовать за тобой и занять позиции. Когда солнце скроется за Сан-Марко, они зажгут костры. Пожалуйста. Интересно, у меня срочное это? Дело. Ну, в другом месте. Это просто смешно.
Винченцо должен был сменить меня еще час назад. И вот и все. Мы же не Дожа охраняем. Кстати, что мы охраняем? Какой-то груз из Китая. Цветной порох, припасенный для большого праздника. Очень дорогой. По мне, так эти аристократы просто сорят деньгами. Вспомните, чему я вас учил. Нужно уходить. Престо, престо. Окружайте его. Закончим это по-быстрому. Ора. Дайте его. Пациенцы, рогатцы. Парни, вспомните, чему я вас учил. Не трогайте меня, пожалуйста.